Сегодня я хочу рассказать вам про своего прадядю, дядю своей бабушки. То, что он поехал на войну в 1941 году и не вернулся. Его долго искали, но не нашли. Его тело долго искали, чтобы дать родственникам, чтобы они его похоронили, но его тело не нашли. Родственникам пришлось смириться с тем, что он умер. Ему было 20 лет, и 20 лет ему было, и у него не было семьи и детей. Он пошел в армию и не вернулся. Стихотворение о войне. Кто был на войне? Дочь обратилась однажды ко мне: «Мама, кто был на войне?» Прадед Алёша холодной зимой бился с врагами под самой Москвой. Дедушка Лёня военный пилот, в небе водил боевой самолет. Он вспоминать про войну не любил и отвечал на вопросы мои. Слишком тяжелыми были бои. Бабушка Соня трудилась врачом, жизни спасала бойцам под огнем. Прадед Аркадий погиб на войне, в родине все послужили вполне. Много в войне не вернулось людей, легче ответить, кто не был на ней.